Что пользы нам от этих книг, поэзии и прозы, когда читающий из них не извлекает пользы, не просто пользу, но душе. Как жить с грехом бороться, для взрослых и для малышей. Она сестра, не гостья, число бесчетное томов в библиотеках разных, но место Библии самой не занято и праздно. На все найдешь ответ в чудесной этой книге. Так почему ж ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул: библиотекарша тот час засуетилась срочно, и для отвода наших глаз несет каталог тощий, газеты старые, но в них о Боге ни словечко. Попался Лермонтова стих, карандашом помечен, как будто кладбище теней, и запах тлена пыльный. Но снова я спросил о ней: а раньше, значит, были? И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно: приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома. Ее он взял, не записал и не вернул два срока. Наверное, верующим стал, признал Христа за Бога, ей лично Библию тогда открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда, она подаст вам силы. Оставил адрес, телефон, звоните, рад услышать. Однажды слышу, как сквозь сон, меня девчонка ищет. Теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса. И ты вот так, оставив страх, душой интересуйся. От этой книги книг и мне простер Спаситель длани, когда я был и глух, и нем, и на пути изранен. Но он склонился и поднял, перевязал потуже, и на осла, осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек на всех столах и полках желаю Библию иметь. Любой овце и волку животворящая струя напоит души пьяных, чтоб в человека не стрелять, свои узнать изъяны.